Сегодня мы приготовим нежный омлет с беконом. А поможет нам в этом блинница от Тефаль. Взбитые яйца, прожаренные с ароматной зеленью и беконом, станут идеальным завтраком. Разогревайте блинницу на четвертом режиме, пока термоспод не покраснеет. Яйца взбейте венчиком и посолите. Поджарьте бекон и переложите его на соседнюю поверхность блинницы. Яйца аккуратно вылейте на блинницу и выложите сверху бекон. Сверните омлет и переложите на тарелку. Готовое блюдо подавайте со свежим хлебом и зеленью. М-видео. Нам не все равно.